Это отель, который называется Еврокалас, четверочка. На Майорке. Нет, наверное, да? Вот это? Да. Нет. Ну там оно Калас Ромео. Все достаточно сдержано, аккуратно, в стиле минимализма, как в принципе все испанские отели в основной своей массе. Один бассейн. Большая зона для вечерних развлечений и анимации, сцена стоит. У отеля этот корпус. Этот. Сейчас пойдем посмотрим номера. Это апартаменты для отдыха всей семьей. Комнаты у нас две. Море можем видеть прогулочным шагом, ну, наверное, минут 7, а то и 10. Это третья береговая линия. Есть такой балкончик. Номера свежие видно. Кухонька. Санузел. И вторая комната для деток. Номер свежий, выполнен в любимом испанцами белом стиле. Вот такой вот большой шкаф для одежды. Все помещается, чемоданы. В отеле есть бассейн с детской зоной. Вечером проводится активная анимация. Также есть детские карусельки, детские площадки. То есть отель ориентирован на такой спокойный семейный отдых. Площадка. И пойдем посмотрим. Есть вот такие развлечения, они платные. Я ей все прописывала. Картинг. Нет, у меня наверное. Это у нас что? Ага. Детская площадочка. Сейчас посмотрим игровую. Русскоговорящих аниматоров нет. В этом отеле есть вот такой вот мини-аквапарк. Вообще для Испании наличие аквапарка в отеле – это редкость. Но сейчас их активно доставляют, и поэтому туристам очень нравится. Отель бюджетной категории, работает только на все включено, потому что это очень удобно. Находится он на третьей береговой линии, поэтому, чтобы скрасить дальность от моря, здесь для отдыха с семьей есть все необходимое, как горочки, анимация, качельки и питание, все включено.